Просто знайте, что глубоко внутри вы богатый человек. Большинство хотят быть богатыми, но наши школы, родители, религия, правительство учат нас быть бедными. Что нам говорят? Учись, найди работу, купи машину, копи деньги. Я делаю все совершенно наоборот. У меня нет работы, я не работаю ради денег, я не храню сбережений.